Короче, Бельгия. Три защитника, в принципе. Центр поля у него, конечно, очень крутой. Ничего не сказать. Центр поля просто жесть. Так, дождя нет, все, а жаловаться не на что. Вот тоже не очень хорошо. Вдруг я опять проиграю 5-5-4-1, и потом даже будет не сказать, что это из-за дождя. Хан. Вот эта схема уже более такая. Тут хотя бы вот, когда мяч получаешь, есть как бы куда отдать. Так, не вижу, короче, кто это. Вот Абдульба. Двухметровая наша шпала. Кокоська. Абдулба. У него, по-моему, кстати, пассинг 20, если честно. Ну, я что-то не посмотрел, но мне кажется, что там что-то очень грустное. Я помню, раньше вот был... Вот у меня играет Ярданов, я знаю, был такой игрок, и Вайла Иорданов. Вот это был крутой игрок. Полузащитник. Тоже, по-моему, крайний. Можете погуглить, кстати. Где-то в топ-клубе играл. Сейчас, секунду. Ивайло Иорданов. Он у меня футбол-менеджер был скаутом. По Восточной Европе крутой игрок. Просто... Бентеки в центре. Муса Дембеле. Кокоська. Или Кокоска. Пока что так, просто боремся за кто будет владеть мячом. Так, ну блин, пока что все в порядке. Абдульба. Да, у него что-то реально пассинг, как бы чувствуется, что вот-вот-вот он сейчас мимо даст. Хан. Хан. Хан! Блин, меня не тащит, вот. Как же так? Кстати, форма у меня очень красивая, мне очень нравится это. Там какие-то крылышки, бабочки, не знаю, прикольно. Похоже на эту форму. О, кстати, точняк. Абдуль Бажи огромный, можно на него навешивать. Ну хотя смысл, что толку-то от этого? Ну он понимает, что у него игроки медленные, потому что бронза, и бежит тупо за Бентеки. Сейчас будет пас в центр. Ну тут все в порядке. И тащит! Просто вы видели это просто. Все, короче, надо это обрезать. Это просто было нечто. Это, блин, не знаю, у меня нет слов. Ну тут Хан, короче, добежал. Вы видели, как там? Посмотрите на повтор. Вот это да. Кто это, кстати, был? Это, по-моему, помните Хардер, который был в прошлом... А, нет, это не он. Это Кокоска, по-моему. Или Хертнер. Да, это тот, кто был в прошлом пенальти, который забил в прошлом матче. Абдульба огромный, давай! Что же, блин, не везет пока. Бентеки. Я думал, сейчас опять побежит за Бентеки. Представляете, как у него сейчас бомбит жестко? У меня бы очень бомбило, если бы я бронзовым бичам бы такие голы бы не забивал. И Хан устремляется вперед. Ну, там Вертонген, да. Я ему улучшалку дал, но, блин, без нее вообще нереально. Кстати, точняк, я же ему дал улучшалку. Как он не забил там? Марван Филайни. Мой вратарь тащит. Блажевич. Хороший пас, но Хертнер не тащит в этот раз. Флайни. Флайни, кстати, по-моему, подсдулся немножко все-таки Манчестер Юнайтед. В Эвертоне он был на ведущих ролях, а в Манчестер Юнайтед он подсдулся. И Хан бежит, бежит к воротам уже. Вот, все, ворота, бей! И Миньяле опять тащит. Да как же так? Что у меня тащит вратарь? Что у него? Надо, наверное, не... Пускай кто-нибудь другой подаст. Например, вот этот мелкий парень. Абдульба. Абдульба выигрывает. А, тут уже не успеешь. Ну, всякое бывает, ребята. И мне не прет, и сопернику не прет. Ну, ему скорее не прет, а, как сказать... Ну, что-то ему не хватает. Вот ему надо поразнообразнее играть в атаке. Вот у меня, когда против меня разнообразно играют в атаке, вот как было вчера,
Мне 8 штук, например, забивают. А он как бы бежит за одного и все. Опять Хан один на один выход. В этот раз меня Лени затащит. Да, Хан забивает гол. Все, меняем еще одного игрока после матча. Хан молодец. А, кстати, напишите в комментах, пожалуйста, вот во время ванапа можно ли менять схемы, нормально ли это? Просто я не знаю. Вы говорили, что там каждый сам себе правила придумывает, но... Да не знаю, это читерно или нет, как бы считается. Ну, поменялась схема, мне просто Таня понравилась. Я думал, она... Бентеке Блажевич тащит! Это просто, я не знаю, купите все, кто смотрит меня, все этого Блажевича. Он просто нереальный. Он тащит просто все у меня. Просто голкипер торпеда 2 метра ростом. Чуть побольше, там 2.02, по-моему. Они, наверное, сбают, корешатся. Два таких танка просто. Вот Ба. Скорость 66, это вообще для бронзы, это офигенно. У меня вот в центре, кто там, Кокоска играет. У него 71, но Кокоска, я как бы вот у знакомого спрашиваю, говорю, вот как бы, как ты считаешь, кого вот бронзового поставить рарно? Он говорит, попробуй Кокоску из торпеда, вообще просто тащер. Я ему поверил, как бы, ну да, он действительно выделяется на фоне других, что он неплох. Итак, 38-я минута, мы пока что в ванапе выигрываем 1-0, но по идее счет где-то должен быть 2-1 по моментам, по опасным. Тоби Альдервейрельд, я даже выговорил это. О, Аюсик, Хан, значит ты... Не знаю, нажал, блин, поменять игрока, он дал пас. Ну ладно, бывает такое. По передачам у нас пока все плохо. Ну, Бентеки, я не знаю, кто оттолкнет, кроме Абдула Ба. Абдулба! Лукаку выигрывает верховую борьбу Абдула Ба! Ну ладно, там просто на самом деле решило то, что у него позишинг слабый. У него позишинг, конечно, слабый. У меня сейчас просто вот открытого его страничка. Позишнинг 27 у него. Хединг 55. Да, что я себе взял, блин? Ой, блин, ладно, купился я, короче, на красивую карточку. Ладно, нет, я верю. Я вот реально, я хотел его всегда попробовать, как он вообще будет играть. Ну, блин. Пока нормально. Хан выходит 1-1. Удар! Гол! Второй гол! Второй гол от Хана. Уже меняем двоих игроков, ребята. Двоих игроков меняем уже. Марван Филайни. Хан тащит. Ну, конечно, хай в защиту. Так, пас. Хан. Блин, Аюсик что-то не... Я вот его Аюсиком называю, а вдруг он не Аюсик. Опять Хан! Выход 1-1! Выход 1-1! Удар! Гол! Третий гол! Хан забивает 3 гола, значит, мы меняем 3 игроков. Я очень рад. Я очень рад. Все, похоже, соперник начинает сыпаться. Конечно, не знаю. Ну, после вот тот, наверное, момент, когда вот вытащил вот этот Хертнер мяч из ворот. Мне кажется, после него уже как-то началось такое уже более... Более как бы началось, как это сказать, ну тяжелее ему стало играть чисто психологически. Наверное, там сидит, думает, это гандикап и все такое. Действительно, я вот тоже когда играю, у меня и Месси есть, и вся эта панибратия, и Суарес. Я тоже когда играю, думаю, о, как Месси не забил, что там у него 90 шутинг, как это так может быть, это точно гандикап, прям вот 100%. Как бы сам себя начинаешь накручивать. Тем временем Блажевич опять тащит. Сам себя начинаешь накручивать и думать, о, типа, как же так. Насер Шадли, Кевин Дебрюйне тащит Блажевич. Вы просто посмотрите, это просто нечто. Это даже круче, чем Миньяле у моего соперника, когда тащит. Увидели, что он сейчас сделал? Я просто, я не знаю. Надо делать нарезку просто моментов. Написать тащер Блажевич. И вот эти все моменты, где он тащит.
брать. Но на самом деле, вот что он офигенно умеет, я вот это заметил. То есть он как бы дальний удар — это вообще не его. Он офигенно играет на выходах, тупо за счет того, что он огромный, как бы выбегает и сразу же закрывает. Ну, сама моделька игрока закрывает большинство, как бы, куда можно ударить. А так вот на линии ворот он играет ужасно. Это что-то типа... ну, не знаю, на линии он очень плохо играет. И все остальное у него тоже заставляет желать лучшего. Вот опять Хан бежит, Тоби Альдервейрельд. Хан бежит, удар! Ай, как же я не забил, что такое, Хан? Ну ладно, уже 3 и так забил, если было бы 4, я бы тут, наверное, вообще со стула упал. Вертонген, Альдервейрельд. Муса Дембеле. Бранденбургер. Вот даже мой Бранденбургер 51 начал нормально играть, это просто невозможно. Все, что надо было, это поменять схему, поставить улучшалку моему Цапу, который вообще ничего не мог в других матчах. Этому Аюсику. Кевин Де Брюйне, Бентеке. Бентеке. Ждет Филайни подключение. Ну, Филайни, он такой медленный, но у него физуха ничего такая. Сейчас Брюйне будет бить, да. Ну, Блажич, да, такие он не тащит. Такие он не тащит. 3-2 пока что мы выигрываем. Да, берет паузу соперник. Сейчас, наверное, будет усилять свой состав. Пока подумаю вообще вот. А замены ведь не делают, да, в ванапах? Вот мой Бранденбургер просто. Пацан, наверное, лет 16 выглядит. 184 роста, 74 килограмма. Сразу видно вот. Вот это мужик нормальный. 2.01, 94 килограмма. Там какие-то малыши играют. Абдульба. 2.02 метра ровно. 96 килограмм. На двоих 100 килограмм. 200 кг почти весит. Нормально такие ребята. Много кушают. Филайни тем временем. Да, там все плохо у меня было в защите. Как... А, ну да. Стерлинга. Выпускает. Абдульба. Ну, кстати, он ли правша или левша? Почему-то мне все время кажется, что он левша, не знаю почему. Хан, по-моему, это, да? Да, это Хан. Опа. Де Брюйне. Так сосредоточился, короче, соперник. Подумал, блин, ну как же так? Бронзовый Тимми какой-то бомжатский. Проигрываю, нельзя, так надо тащить. Ну ладно, нет. Пока что рано, короче, тебе тащить, братан. Мне надо еще пару хотя бы голов за Хана забить, потом можешь уже что хочешь делать. Хан, удар! Гол! Вот это гол просто! Удар! Да, вот я чувствовал, что Хан будет тащить. Чувствовал, я смотрел на его карточку и думал про себя. Как же так, вот такой карты 74 рейтинга. Там ребята на футхеде все в комментах пишут, что Сиф уже у него, наверное, если будет, то он уже голд будет. Потому что это и так уже не смешно. Кстати, тем временем соперник уже расстроился, решил, ладно, и выпустил Стерлинга, побегу с центра поля, может быть, забью. Так вот, насчет Хана. У него рейтинг, получается, 74. Но на СТ, я думаю, у него не 74, потому что у него 79 шутинга. 86 скорости, 82 у него, по-моему, сейчас, 82 физуха, пасы там что-то типа под 70, ну просто игрок с отличными скиллами. Муса Дембеле. Так, Бентеке. Вот моя команда нормально начала играть. Даже тот же Бранденбургер, на которого все время смотрю, думаю, блин, скорее бы уже мяч какому-нибудь другому игроку отдать. Даже он начал нормально играть. И Хан отбирает мяч. Удар! Гол! 5-й гол Хана! 5 игроков меняем. Это просто шедевр. Я так рад. Отлично. Счет 2-5, у меня настроение просто шикарное. Сейчас я как раз всю полузащиту поменяю, но, блин, не очень хочется уже поменять скорее этих бронзовых бичей. Хотя бы
Хотя бы на рарные карточки. Очень хочется. Потому что вот я играю, допустим, вот я поставил Кокоску, у меня до него был какой-то парень, не помню, вот я там в группе писал, а тем временем, да, мне забивает гол, ну ладно, это уже не важно, опять забили. Соперник, походу, все-таки настроен еще забить гол, бежит, чтобы мяч взять, но игрок у него не слушается. Так, что же я рассказывал, да, вот был вот просто нерарная бронза, он играл просто ужасно. Взял Кокоску, это просто два разных игрока, абсолютно. Мне вот Кокоска очень нравится. И Блажевич. Пока Бая, пока еще не прочувствовал, какой у него скилл, но вижу, что хединг, конечно, у него не очень. Ну, нарушаю, Стерлинг, Булут. Он поставил вот на край вот этого, даже не рискну прочитать эту фамилию. Думал, я как-то его вообще не замечаю, если честно. По идее, карточка у него неплохая. Фраг, сяк. Карточка у него нормальная. И вот и хан, вот и хан, вот и хан. И... нет, ничего не будет. Ну хватит, действительно, ты куда? 6-6 бы уже, это было бы не смешно. Бентеке. Лукаку выходит 1-1, это гол. Блин, не, ребята, надо, короче, наверное, какую-нибудь больше такую оборонительную тактику ставить, потому что мне сейчас тут накидают голов, я потом буду грустить, короче. Понятное дело, соперник разозлился. Хан тоже разозлился, так что пускай он не расслабляется. Выпустил он Стерлинга, который просто на фоне моих бичей, у которых по 60 пейса, выглядит Усейном Болтом. Вот, он просто всех проходит, бьет по Блажевичу, но там все в порядке. Хардер! Хан, давай! Николас Ломбертс у него. Даже не заметил, если честно. Ай-яй-яй-яй, зачем я дал пас? Хардер не добежит. Хан сейчас забьет! Гол! Шестой! 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 Шестой гол! Я даже не знаю, что я там сделал. Я дал пас наверх, но я смотрю, у пацана ноль выносливости, он же не добежит. Это просто 6 голов. Я сейчас просто всю команду поменяю, получается. Я троих уже... Да, всю команду почти поменяю. Лукаку. Все, матч заканчивается. 6 голов забивает Хан. 6. Отлично. Хан, красава. Блин, мне бы еще всех этих игроков написать, блин. Я вообще записывать хотел. Просто нечто. 6 штук забил так, да, Андре Хан. 9,6. 5 голов почему-то пишет. На самом деле он 6 забил. Все голы его. Может быть там один автогол, но вратаря записали, но он 6 забил. Ладно, давайте, короче. Сейчас, секундочку. Кого же я там посадил-то на скамеечку? Надо посмотреть. Сейчас будет, не знаю, сколько поменяю, наверное, состав. Кого же я Гюнтера посадил на скамеечку? А сейчас просто записываю это, чтобы потом не забыть, кто у меня вообще играл. Просто потом будет интересно. Я красиво потом это все оформлю. Я вот очень хочу, как бы, вот... может быть, какой-то, ну, знаете, типа... назвать-то. Так, что-то я хотел. Сделаю как постер, ну, типа, все, ну, как сказать, списком, типа, все игроки, сколько они играли, что они сделали. Ну, что-нибудь такое замутим. Люблю, когда так все оформлено. Ну, именно с точки зрения статистики, а не красоты, конечно. Ну, так, что-то я хотел. Да, все, вот, короче, что я хотел. Хотел зайти сюда, вырезать результат просто хотел. Сейчас в фотошопе обрежу.
просто буквально пару секунд. Блин, офигенный матч на самом деле был. Сейчас не знаю, тут гибридить придется. Но я думаю, я что-нибудь интересное сделаю. Хочется игроков каких-нибудь вам показать прикольных. Да и самому, который хочется попробовать. Ну что, меняем 6 игроков, меняем. Тем временем 10 зрителей сейчас на стриме. Так, давайте подумаем, что мы можем сделать. 6 это будет 1, 2, 3, 4, 5. Тогда это все игроки получается. Так, налево мы поставим. Естественно, нужен какой-то гиперлинк, что ли, типа того. Мавританца давайте. Да нет, шучу, не надо мавританца. Хотя сейчас посмотрю, какие бывают. Представляете, всего 3 игрока. Одного фамилия Ба, у второго Ба, у третьего не Ба. Так. Сейчас посмотрим, что вообще в ленте бывает. Слева кто там играет. Да, там только серебро. Там только серебро. Ладно, хорошо, сделаем по-другому. Извините, что я не подготовился. Я просто не ожидал, что я столько забью. Кто ожидал-то? Я в том матче 2-8 играл. Значит, так, ЛБ. 6 штук отгрузил. Красавчик вообще, я говорю. Нам нужен бронзовый какой-нибудь дикий игрок. Сейчас что-нибудь придумаем. Бронзовый L. Сортируем по лайкам, посмотрим. Пишет, что Амавит тащит. Он что-то дорого стоит, физуха у него маленькая. Вот это, кстати, знаю, Альберт Рефетраниана. Вот я его знаю, но он правый. Алибамба. Ладно, вот это возьмем, Амави, ладно. Не буду. Тут сейчас начну, короче, 2 часа это делать, и нафиг это кому-то надо. Так. Рафатняна. Амави. Надеюсь, он рарный. Да, рарный. Стоит 1000. Ну, покупаем. 82 скорость. Будет линк с Абдулом Ба. Цеп-цоп нужен. Цоп-цоп. Цоп-цоп-цоп-цоп. Тоже, наверное, с Франции возьмем. Поищем кого-нибудь. Ельцин Тахеду. Давайте Ельцина Тахеду возьмем. Все же его знают. В принципе. Потому что его Ельцин зовут. Он играл еще. Да-да-да. Наверное, его возьмем. Хотя, не знаю, Коста-Рику как-то будет, наверное, тяжело. Хульта очень хочу взять. Хульт будет играть. Ну, я не знаю, мне кажется, он будет очень дорого стоить, либо его вообще не будет на рынке. О, 12 тысяч. Не, ребят, нам еще надо денег оставить на потом. Ладно, возьмем вот этого. Вдруг я сейчас еще 6 забью, и мне придется вот этого возьмем за 3900, может затащит парень. Так, теперь надо какой-нибудь... Да, уж все это так долго. Мустафа Амини, офигенный, кстати, игрок. Ну, я просто сейчас тут смотрю, какие вообще бывают. Может, украинца взять, Владлен Юрченко? Ну, как я его соединю с Францией? Даже не знаю. Так, что у нас тут вообще есть? Колеб Станко. Мирнис Пепич. Пепич. Я тут некоторых игроков на самом деле знаю. Вот знаю Пепича. Аюсика знаю, который вот себе взял. От Стунали, кстати, офигенный игрок. Давайте Амини, наверное, возьмем. Не знаю.
А хватит ли им вообще? Так, ладно, сделаем проще, короче. Юрченко тащит. Играю на ПК. Трамп ФК. Играю на ПК. Сейчас все будет. Возьмем, наверное. Хочется, знаете, такого игрока взять, чтобы я его знал. Может, его кто-то еще кроме меня знал. Да, Юрченко, ладно, возьмем. Давидовиц. Какой-то молодой игрок. Давидо. Блин, еще бы написать эту фамилию. Неправильно написал. Давидовиц. Сколько, интересно, стоит? 500. Сап нужен теперь. Сап нужен теперь. Сейчас. Нация Франция. Колесо. А лига. Лига. Ну как это все долго. Извините, пожалуйста, еще раз. Просто я к этому всегда отношусь с таким не с трепетом, а с, как сказать. Хочется подольше подумать, повыбирать. Тогда сейчас Юрченко, да, поставлю Юрченко, хорошо. Он, блин, пишется там. А там это тот Юрченко? То сейчас куплю, блин. Владлен Юрченко. Да и скиллы что-то у него не очень, на самом деле.